was back in 1994. Это было в 94. And we'd heard about what was happening in Toronto. Мы слышали о том, что происходило в Торонто. Personally, I didn't take too kindly to all the laughter and people falling into Лично я не очень по-доброму относился ко всякому смеху и падениям людей в церкви. And so I just completely discounted it. Поэтому я как бы это полностью скидывал со счетов. But then we had a meeting one evening. Но потом однажды вечером у нас было собрание. And we'd been trying all types of ways to do evangelism, and we'd had no success whatsoever. И мы всякими способами пытались заниматься евангелизмом, но никакого успеха не было. And then this one night we began to pray. И вот однажды вечером начали молиться. And it was like heaven invaded this room. И было такое ощущение, будто небеса заполонили это помещение. And people were falling on the floor. Люди падали на пол. I fell down and began to laugh. Я упал и начал смеяться. Uncontrollably. Бесконтрольно. And at that point, I just realized that what was going on in Toronto. В тот момент я просто осознал, что то, что происходило в Торонто, was not restricted to any particular thing. Не ограничивалось чем-то таким конкретным. And I began to realize then that it was actually for me. И я тогда начал осознавать, что это на самом деле было для меня. And my wife also, she said to me, "But Trevor, what about if it is God?" И моя жена также мне говорила: "Тревор, а что если это Бог?" And with that, we realized that we were in a fresh outpouring of the Spirit. И тогда мы поняли, что мы находимся в свежем излиянии Духа. It was totally outside of my theological box. Это было совершенно за пределами моего теологического шкафа. I'd never been taught it in Bible school. Меня никогда этому не учили в библейской школе. I'd never read it in books. Никогда не читал об этом в книгах. But now I was experiencing the Holy Spirit. Но вот я уже переживал Духа Святого. Fresh for myself. По-свежему для себя самого. Скажите, а как вы вот сегодня, исходя из вашего опыта, можете объяснить те необычные проявления, которые сопровождают реку? Yeah, I mean, there's lots of things that God does that we can't explain. Многие вещи Бог делает, которые мы объяснить не можем. And I think that's because God wants to. In the words of one of the theologians of Словами the river, одного теолога реки, he wants to offend our minds. Он хочет оскорбить наши умы. In order to get hold of our hearts. Ради того, чтобы добраться до наших сердец. And if we can't understand God by our mind, если мы не способны понять Бога своим разумом, because it is something that He does in our spirit. Это потому, что Он делает что-то в нашем духе. And He makes us alive. In our spirit. И он оживляет нас в духе. And therefore, the manifestations we can't understand them just by the natural ways. Поэтому эти проявления мы не можем понять так просто естественным образом. Because they're spiritually discerned. Потому что они различаются в духе. And spirit gives birth to spirit. А дух рождает дух. And so there are some things that it's hard to try and understand in terms of the manifestation. Поэтому есть некоторые вещи, которые трудно попытаться понять в смысле манифестации. But I do believe that laughter. Но я на самом деле верю, что смех. Is a sign. Это знамение. That God is first of all restoring His church back to its promise. Что Бог в первую очередь восстанавливает свою церковь обратно к этому обетованию. Which is the Holy Spirit. Начальному. And the outpouring of the Дух Святой и излияние Духа Святого. Because in Psalm 126. Потому что в 125-м псалме. Says when the Lord restores the promises of Zion. Там сказано, что когда Господь восстанавливал обетование Сиона. Which today is the church. А сегодня это церковь. We were like men and women who dream. Мы были как бы во сне. Our mouths was filled with laughter. И наши уста были наполнены смехом. Our tongues with songs of joy. И наш язык песнями радости. Then it was said amongst the nations. И затем это было послано. God has done great things. Это было сказано среди наций, что Бог сделал для нас великое. So I think the manifestation of laughter is a sign that God is restoring something back to the church. Поэтому я думаю, смех является знамением того, что Бог восстанавливает, возвращает что-то церкви. Also in Proverbs chapter 17. Также в притчах 17 главе. I think it's verse 22. Думаю, где-то в 22 стихе. But you could have to look there. Но это надо уже будет посмотреть. It says that laughter or a cheerful heart brings healing to our bones. Что смех или радостное сердце, оно приносит исцеление костям. And so
again, I do believe that it's a sign that God is healing individuals, but also healing the church. In terms of people falling under the power of the Spirit, which is another manifestation, very common. That people talk about being slain in the spirit. Люди говорят о том, что они заколоты в духе. See, I don't believe God ever slays us. Но я не верю, что Бог когда-нибудь нас заколает. But we fall under the power of the Holy Spirit. Но мы падаем под силой Духа Святого. And it is like a disabling of the natural man in us. Это как будто бы лишается силы естественный человек. In order that he can fill us, enable us with his Holy Spirit. Для того, чтобы он мог дать нам силу и дать нам способности его духом. And so there are just some things that we have some little windows to look in at. Так что это такие небольшие окошечки, через которые на это можно смотреть. But we can't understand all the manifestations. Но все проявления мы не можем понять. But they are signs of God doing something deeper in us. Того, что Бог делает что-то глубже в нас. Тогда еще такой вопрос, последний. Last question. Многие считают, что река. Many think that the river. Это пробуждение, которое направлено прежде всего. That the river is a revival, which is first of all. Для тех людей. For the people. Кто высох, кто разочарован, who кто испытывает депрессию, up, who are under oppression or discouraged or in depression. Если нас сейчас слушают те люди, которые разочаровались в своем христианстве, if we are being listened now by people who have been discouraged in their Christianity, что бы вы могли им сказать в двух словах? What would you tell them in a couple of words? Okay. I think it's right what you say. That God is reviving His people. Что Бог оживляет своих людей? Because for something to revive, it must have died. Потому что чтобы что-то оживлять, оно должно было умереть. But at one time it was alive. Но когда-то до того было живым. And I feel that many people we can get so dry and thirsty through working hard, even for the gospel. И когда мы работаем даже на Евангелии, мы можем настолько засохнуть и начать жаждать. But in Hebrews chapter 3, но в Евреям 3 главе, it talks that there is a rest for the people of God. Сказано, что для народа Божьего есть покой. And I believe something of the reviving of the Spirit is that we rest in God afresh. И я думаю, что какая-то часть этого оживления в духе, это что мы по-новому отдыхаем в Боге. And he who rests in God has ceased from his own works. И тот, кто отдыхает в Боге, он перестал делать свои собственные дела. So then we get to do the work and the will of God out of the fullness of His Spirit. Исполнять волю и работу Божию, исходя из полноты Его духа. And there can be nothing wrong with receiving more of God. И ничего плохого в том, чтобы принять больше Бога. To refresh us. Чтобы Он освежил нас. To revive us. Оживил нас. To renew us, обновил нас, in order that we can make him known to the world. Для того, чтобы мы могли делать его известным миру. Спасибо. Thank you. Thank you.